школа впереди, до 10 класса очень и очень ответственно, поэтому ваша задача не подвести наших уважаемых родителей. Вперед! Пришли в первый класс, и первый звонок, колокольчик волшебный, для нас прозвенел первый раз, для нас прозвенел первый раз. На мамы банты поправляли, слезинки роняя из глаз, а мы на отлично учиться мечтали, чтобы пора. Чтобы порадовать вас. Учитель, 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 хоть годик еще получите. Не хочется нам расставаться после третьего класса. Учитель, 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 за шалости нас уж простите. Пожалуйста, нас уж простите, учитель. Вы помните желтую осень? Пришли в первый класс малыши. Букеты цветов вам с улыбкой дарили от чистой детской души, от чистой детской души. И солнышко нам улыбалось, своим согревая теплом. Мы в жизненный путь непростой отправлялись под вашим надежным вашим надежным крылом. Учитель, 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 хоть годик еще получите. Не хочется нам расставаться после третьего класса. Учитель, 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 за шалости нас уж простите. Пожалуйста, нас уж простите, учитель. Все эти 4 года нас учила Наталья Александровна. Но только в 4 классе нас начала учить Ирина Борисовна по музыке и Ольга Николаевна по изоре. Ну, Ирина Борисовна, она веселая учительница, она всегда завышает оценки, хочет, чтобы мы стремились к пятеркам. И Ольга Николаевна такая же. Она больше любит пошутить, ну как бы не то, что такая злая, ставит только одни тройки, ставит всегда пятерки, говорит, ну перерисуй рисунок, говорит, пятерку поставь. Ну, Наталья Александровна добрая, она ставила нам хорошие оценки. И все 4 года терпела наши проделки все. Наталья Александровна добрая. Оценки она завышает. Показала сразу, когда я только видела добрые, отзывчивые, помогала мне всегда, там, что я не знала. Писала мне правила и помогала в учебе. Александровна очень хорошая учительница. Всегда мне помогает, занимается со мной. Мне нравится Наталья Александровна, потому что она завышает оценки. Когда кто учится на 2, она ставит на 3. Шалости.
учили детей.